Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Міська рада на зв'язку». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні у нас в гостях Галина Гречко, заступник директора Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка, а також Катерина Толокнова, провідний методист цього ж культурного закладу. Сьогодні ми будемо говорити про справи бібліотечні, про читання, а також про першовересневе свято для школярів і що для цього приготували наші бібліотекарі. Коротко презентуйте діяльність вашого закладу, для кого ви робите і які у вас книжкові фонди. Ну, прежде чем я отвечу на ваш вопрос, я хочу поздравить нашу многотысячную армию наших читателей с Днем Знаний, с 1 сентября, потому что это праздник не только для школ города, но и для библиотеки тоже. Ну, а теперь несколько слов о нашей библиотеке. Ну, если говорить о библиотеке имени Шуры Кобера Вити Хоменко, то эта библиотека работает для своих читателей уже более 85 лет, уже более чем 85 лет. В 2013 году мы отметили свои 85 лет. Но поскольку библиотека центральная, в состав библиотеки входит еще 11 библиотек наших детских города, которые расположены в различных частях города. И если мы сегодня говорим о библиотеке для детей, то эта библиотека, мы ее позиционируем как библиотека новой формации, библиотека, которая клиентоориентированная, библиотека, которая работает на своего читателя, библиотека, которая заботится о своем имидже, и библиотека, которая позиционирует себя как успешное учреждение. Если говорить в целом о библиотеках для детей города, то сегодня библиотеки, они обслуживают различные группы населения. Начиная от детей, которые еще не родились, в библиотеке есть вот такой проект «Будущая мама самая обаятельная и привлекательная». Это проект по информационной поддержке семей, которые ожидают ребенка. То есть, когда женщина уходит в декретный отпуск, находится в информационном вакууме, библиотека становится вот тем информационным помощником, который помогает воспитывать будущего еще не родившегося ребенка. Это, я так разумею, один из ваших спецпроектов. Да? Это один из спецпроектов. Причем этот спецпроект, он уже работает около 10 лет и имеет колоссальный успех, потому что за эти 10 лет мы воспитали не одно поколение своих будущих читателей, то их мы их взрастили, этих читателей. И библиотеки обслуживают детей дошкольного возраста, то есть дети, которые ходят в детские дошкольные учреждения, в детские сады. Дети, которые не посещают детские сады, это тоже наши читатели. Это дети средней школы и дети старшей школы. Помимо того, библиотека обслуживает очень большой контингент педагогического состава, как средних учебных заведений, так и дошкольных учебных заведений. Нашими партнерами, социальными партнерами являются и педагоги высших учебных заведений гуманитарного профиля. Ну и естественно, что самым главным партнером нашей библиотеки это являются наши родители, родители наших детей, папы, мамы, дедушки, бабушки. То есть семья – это приоритетное направление. Поэтому вот этих спецпроектов очень много и непосредственно для самой семьи. Особенно для семей, которые имеют детей с ограниченными возможностями. Это дети, которые зазнали насилие семьи, как мы говорим. Это был такой спецпроект, он был пилотным, этот спецпроект, и мы его организовывали с Евросоюзом. Вот. И очень многое библиотека сделала для того, чтобы показать еще вот свое такое направление работы. Но учитывая то, что сейчас мы живем в 21 веке, и библиотека, она переориентированная на новые информационные технологии, на информационно-коммуникативные технологии, библиотека, конечно же, не осталась в том застывшем... Вы намагаетесь осучаснить. Конечно, конечно. Мы стараемся сделать так, чтобы действительно библиотека была сегодня современной, и чтобы библиотека это была не застывшая книгохранилище, о котором, как когда-то, много лет назад еще говорили, что библиотека – це книгосховище. Это не в коем случае. Конечно. Сейчас библиотека – это центр досуга, это центр коммуникации, это центр тот, который дает возможность различным категориям наших горожан найти всю необходимую информацию, которая есть в библиотеке. Вот буквально год назад мы начали еще один вот такой проект «Золотой век». То есть мы обучаем бабушек и дедушек, наших читателей компьютерной грамотности. Они приходят к нам в клуб,
И вот это, этот, в этом клубе они овладевают основами компьютерной грамотности, но плюс еще они просто общаются, они видят своих внуков, они видят, которые для них готовят какие-то интересные презенты, какие-то интересные мероприятия. И вот эта связь поколения, она очень важна и очень нужна. Я подозреваю, это достаточно популярный проект. Это очень популярный проект, потому что, ну, мы считаем, например, что библиотека, ну, ориентируясь, наверное, на западные какие-то ценности, мы понимаем, что сегодня библиотека, вот она библиотека для детей, но нельзя понимать чисто дословно, что она библиотека для детей. Она, мы можем, если мы оказываем услуги горожанам, и горожане могут получить услуги в нашей библиотеке, мы очень рады, и мы всегда стараемся осовременить, и эти услуги мы стараемся выдвигать на повестку дня. Ви вже торкнулися цього питання про спецпроекти. Один з них досить цікавий і про золотий вік, і для майбутніх батьків ви вже нам розповіли. Які ще у вас бувають? Значить, проекти? Що у нас ще? Я так ще доповню, потім Катюша мене теж доповнить. Я ще хочу сказати, що є от такі, оскільки ми все-таки основна наша категория пользователей все-таки, и очень много у нас детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста, у нас есть еще один такой проект «Плюшевая няня». Ну, казалось бы, такой необычный проект, но это проект, который помогает развивать творческие засады у детей и готовит их к чтению с помощью игрушки и книги. То есть, ну, наверное, сейчас не секрет, что, ну, наверное, как многие утверждают, что интерес к чтению падает. Но я так вот, как специалист с большим опытом работы, хочу сказать, что интерес к чтению сейчас не падает. Он просто меняется. Он просто меняется. И библиотека, и с тем, как меняются вкусы, интересы, запросы читателей, она тоже меняется. То есть мы идем от обратного. Мы теперь работаем, на, так сказать, по запросам читателям. Что ему интересно, що зараз востребовано, цим читателем пользується. Скажіть, будь ласка, а хто розробляє ці спеціальні заходи, проекти, хто є автором? Дело в том, что все вот эти проекты, которые я называла, они вообще авторские проекты. И это сотрудники нашей библиотеки. Сотрудники нашей библиотеки, которые работают с той или иной категорией читателей. У нас очень много грантовых проектов, которые библиотека выиграла, эти грантовые проекты. В свое время мы получали гранты из фонда Відродження. Это был проект «Неодин у світі», поддержка детей-инвалидов. Это проекты от «Библиомоста», это компьютеризация наших детских библиотек города. У нас был очень интересный проект с посольством в Швеции в Украине, который мы реализовывали. Причем в рамках вот этого проекта в библиотеке прошло две передвижные выставки. Одна из них была посвящена Астрид Лингрен, а вторая несколько лет назад эта выставка была «Климатические изменения глазами карикатуры». 1 градус по Цельсию. «Климатические изменения глазами карикатуристов Швеции и Украины». И она демонстрировалась в Николаеве, именно в детской библиотеке. И вообще эта выставка, она на Украине была только в Киеве, в Днепропетровске и в Николаеве. И в рамках вот этого проекта прошло два семинара, который прошел один на базе библиотеки, а второй семинар, он прошел, десятидневная поездка была по библиотекам Швеции. То есть вот такое и партнерство, это и грантовая работа, и в то же время это то, что дает возможность библиотеке, так сказать, рассказать о себе. И я вам должна сказать, что вот эта десятидневная поездка по библиотекам Швеции была благодаря именно проекту по работе с будущей мамой, потому что, ну и вот сейчас хочу тоже поздравить, вот уже наши первые выпускники нашей вот этой школы, как мы ее сказали, раннего развития, они уже перешли в пятый класс, так что мы уже взрастили вот этих читателей. И нам очень приятно, про потому что... Про читательские традиции мы поговорим уже. Да, дякую. Да, да. Слово молодым. Расскажите про ваши, вашу частину работы, над чем вы працюете. Ну, я хочу немножко дополнить Галину Степановну по поводу наших спецпроектов. Вот в этом году уже исполняется 10 лет нашему спецпроекту совместно с посольством США Украины. Это центр «Окно в Америку для будущих лидеров». Это ресурсно-информационный центр, и он ориентирован для тех, кто изучает английский язык
и хотел бы обучаться за границей, в США. Его могут посещать ученики, студенты, преподаватели. Центр имеет огромную ресурсную базу, это и книги, и ридеры, и диски на английском языке, а также и у него большая техническая база. Это айпады, современные компьютеры, лэптопы, у нас большая интерактивная доска и, конечно же, бесплатный интернет. Любой желающий может прийти и совершенно бесплатно воспользоваться ресурсами нашего центра. Ну, Украина поддерживает инициативу Go Global, которая говорит о том, что изучение иностранных языков является одним из приоритетных направлений государственной политики. Поэтому 2016 год объявят годом изучения английского языка. У нас при центре при этом, при проекте, работает English Club, то есть здесь изучают английский язык. И работает Teenager Club, тоже подростки встречаются, общаются на английском языке, у них общие интересы и... Тинейджер-клуб – это ученики не из города, не из городских школ, а наши давние партнеры – это ЗОШ Радсада, общеобразовательная школа. Учительница Валентина Ивановна – очень активный наш партнер, и поэтому мы уже сотрудничаем, и она приезжает по собственной инициативе, привозит детей из Радсада, и они абсолютно бесплатно пользуются ресурсами нашего центра, и вот поэтому мы обслуживаем и отдаленных наших пользователей, не только тех, кто в черте города. Хотел бы прояснить, послуги библиотек міста, вони є безкоштовними для граждан, так? Да, абсолютно. Вони безкоштовні, услуги наших библиотек, и вот же, как сказала Екатерина Евгеньевна, что библиотека старается задействовать не только городских жителей, но вот и жителей, так сказать, пригорода, вот тот же Радсад, который вот является нашим партнером. Я должна сказать, что настолько это вот позитивный какой-то момент для детей, которые приезжают в город, потому что все праздники, которые календарные, школьные праздники, они приезжают в библиотеку, они ставят спектакли на английском языке, и для них просто это праздник. И я так думаю, что, наверное, надо расширять вот эту вот такой радиус, потому что, ну, если так говорить честно, то городской житель, он немножечко избалован. Он избалован и города, конечно, информации. Много информации, и библиотеки, и другие развлекательные центры, и другие какие-то, и клубы, и парки. Сельский житель, он, конечно, немножечко как удаленный. Он, да, этого может не быть. Поэтому мы сейчас, у нас детская библиотека номер 2, сейчас вот такие выезды, она делает большую корениху. Вот они тоже выезжают с игровой программами, они выезжают с интересными какими-то вещами, которые очень интересны для этих жителей. Ну и для отдаленных жителей города, вот особенно летом, у нас есть еще такая услуга, как мультимедиа-автобус. Наш библиотечный автобус, который на это время, на летний период, он переоборудовается мультимедиа-техникой и выезжает в отдаленные части города. И не только в отдаленные, но и на самые такие, наверное, населенные части. Это набережная наша, это пляжная зона на Намыве, это парк Петровского, это район зоопарка. Ну и еще, если говорить о еще вот такой деятельности, то библиотека очень, ну, мы очень любим наших социальных партнеров и очень мы часто с ними сотрудничаем. Но наши социальные партнеры – это Краеведческий музей. Ни одно мероприятие не проходит. Даже за великим рахунком на середу. Культура. Естественно, не проходит. Это областной театр кукол, это тоже наши давние партнеры. Наш Николаевский зоопарк. Несколько лет назад мы вот на территории зоопарка, мы наших детей города пригласили в библиотечный зооленд, который мы, библиотечные площадки, были размещены в зоопарке. И то есть бесплатно зоопарк сделал такую акцию бесплатного ухода в детей в зоопарк, и в то же время были предоставлены все библиотечные услуги. Не засумуешь. Ви вже говорили про це питання, хотів би ще раз поцікавитися вашою думкою. От зараз, чи може книга конкурувати з комп'ютером? Чи можливо це ці поняття, які не конкурують, але доповнюють один одного? Ну, я думаю, что, в принципе, этот вопрос, он очень такой злободневный, и этим вопросом задаются многие и специалисты библиотечные, и психологи, и педагоги, вот, но мы считаем, что нельзя назвать, наверное, так считаем библиотечные работники, это абсолютно не конкуренты, потому что и печатные издания, и электронные издания, они просто должны сосуществовать
существовать, дополняя друг другом. Просто сейчас, вот 21 век, как я уже говорила, что интерес к чтению, он просто поменялся. И ребенок, он считает сейчас электронную книгу, но он читает, хотя библиотека все-таки, будучи библиотекой, мы стараемся что, все-таки, чтобы печатный источник, он все-таки ребенок мог подержать в руках, поэтому для того, чтобы он его держал, библиотека делает многое для того, щоб його популяризувати. Зрештою, книговидання як галузь – це дуже важливо і для самих авторів, адже це дуже важлива складова, коли ти презентуєш своє видання, запрошуєш друзів, культурну еліту, медіатусовку, показуєш ось вони, екземпляри. Тобто ця справа буде і буде. Зрештою, можу провести таку аналогію, як з'явились компакт-диски на зміну касетам. На зміну касетам попереду приходили бобіни, да? Тобто носії змінювалися, але музику ми не припиняли слухати, так? Звичайно. Напевно, да, буде да, і книги. Да. Ну, пам'ятаєте, як фільм тут «Москва слезам не вірить»? Буде, от пройде 20 років, буде одно телевідення, телевідення. А ми вже зараз, що вже не тільки телебачення. Так, то є, виходить, що в кожне время є якісь моменти, і от зараз бібліотека для того, щоб все-таки популяризувати літературу, помимо того, що ребенок, він все-таки читає електронні книги, другі носители інформації, ми робимо дуже багато своїх електронних ресурсів, популяризуя літературу. Такие буктрейлеры мы свои делаем, мы делаем электронные ресурсы по классической литературе. Это то, что мы можем ребенку потом показать и на экране, и мы можем его сподвигнуть для того, чтобы ребенок взял и прочитал ту или иную книгу. До речі, да. Це дуже цікавий момент, коли ти дивишся фільм, а потім цікавишся, хто його автор і який фрагмент тексту був використаний у якості першоджерела. Я, наприклад, так прочитав, здається, декілька фільмів моїх улюблених і відкрив себе цей твір геть з іншого боку. Це дуже цікаво, до речі. Молоді читачі, якщо ви цим зацікавитесь, це дуже цікаво. Пропоную. Да, и учитывая то, что, как мы говорим сейчас, читатель, он все-таки в первую очередь, он, наверное, зритель, потом он читатель, то мы все равно, мы его возвращаем в русло читателя, потому что идет он от обратного, но все равно он приходит к книге. До речі, світові тенденції такі, що я, наприклад, читав, давно уже читав, що минулого року обсяг продажів книг електронних вперше в світі перевищив обсяг продажу книг в традиційному форматі. От така от вимога часу, але все ж таки фахівці, які, зрештою, і в нашій студії були, і ті коментарі, які я читаю в інтернеті, вони говорять, що книга не зникне, і ми будемо сподіватися, що ця робота буде тривати. А от такий от момент. Ще одна статистика досить прикра. Зараз в Україні, якщо не помиляюся, в середньому українець читає в кращому випадку одну книгу на місяць. Тобто, за статистикою, 10 книг на рік. Це в дуже хорошому випадку, а більшість опитаних на тому соціологічному сайті, де я знайшов цю інформацію, вони кажуть, що вони читають і того менше. Тому моє наступне питання – як виховати любов до книги і як виховати от правильні читацькі традиції? Зрештою, від того, щоб споживати друковане слово, ми нікуди не подінемось, тому що це носій текстової інформації, такий же самий, як зір, слух, ми повинні цим володіти. Як виховати? От ви, як фахівець, по роботі з дітьми, саме з молодим поколінням. Що скажете? Ну, я вам должна сказать, я сейчас буду говорить уже с позиции и как библиотечного специалиста, и, наверное, с позиции бабушки, которого есть внучка, внучка второклассница, и вот, в принципе, вот это мы могли проследить вот с рождения все-таки. И я вот должна вам все-таки сказать, что самый главный, наверное, в этом человек, который сможет приобщить ребенка к чтению, все-таки это мама, папа. Если будут читающие папа и мама, если ребенок будет видеть этот папу с мамой с книгой, если станет традицией, что ребенку будут читать на ночь, что ребенку будут рассказывать, с ребенком будут говорить, ребенка будут учить проговаривать что-то, сочинять какие-то маленькие стишки, какие-то маленькие рассказы, я вас уверяю, что результат будет позитивным. И возвращаясь к вот этому проекту нашему «Будущая мама самая обаятельная и привлекательная». Когда закончился первый этап этого проекта, то есть мы этих детей, дети родились, и все, это ребенок появился на свет, и мы решили, что мы, наверное, этот проект, ну все, мы будем дальше продолжать. И потом мы разговаривали с нашим партнером Ольгой Николаевной Любарской, она кандидат педагогических наук, преподаватель, бывший преподаватель университета имени Сокомлинского, и она говорила, что, уважаемые коллеги, если вы хотите, чтобы эти дети
стали читателями, вам надо продолжать работу. И у нас по этому проекту возник еще проект. Это был проект «Растишка». Там, где мы маленьких детей, вот просто они приходили в библиотеку, мы им читали, они прослушивали там какие-то аудиозаписи, они смотрели это все на экране. И я вам должна сказать, что когда мы посвящали вот этих маленьких читателей, вручали им читательские билеты, они в библиотеке себя абсолютно нормально чувствовали. Они не плакали, они не капризничали. То есть мама, будучи еще, будущая мама, будучи в библиотеке, она уже, наверное, заложила вот эти какие-то основы. Да, случайно, да. И это, в принципе, это методика японских педагогов, и она, в принципе, работает уже очень много лет, 45-го года. Японская педагогика, це окремо питання, да, там взагалі в них зовсім не так, як у нас. Да. Катерина Євгенівна, ви як молодий спеціаліст, розкажіть нам, як інтернет використовується в освітніх технологіях, тому що за мого студентства інтернету майже не було. Ви зараз, може, розкажете, наскільки широко він впроваджений? Ну, інтернет – це вже в наше время не роскошь. Інтернет є во всіх наших бібліотеках. Комунальна послуга. Да, практически. Он уже є во всіх детских бібліотеках города. В некоторых даже є свободные Wi-Fi-зони. Вот. Но прежде всего в бібліотеке ми, як спеціалісти, волнуємося о том, що в інтернеті дуже много некачественных ресурсов, которые даже очень вредные. Поэтому мы первое, что используем интернет, но безопасный интернет. На компьютерах, которые стоят в бібліотеке, специальные фильтры, программное оборудование. Да. И наша задача – это найти самое полезное, что есть в сети, как-то его систематизировать и адаптировать для детей разного возраста. У детей разные потребности сейчас. И мы все свои ресурсы, вот, которые мы создаем, мы размещаем на наших сайтах, которые есть у нас в Центральной библиотеке, в нашей детской библиотеке номер 4. Есть блоги, ведут. Наша библиотека ведет несколько блогов. Ведет библиотеки системы номер 2, 5, 6. У них есть свои названия, у них есть свои преданные читатели, которые постоянно обращаются. Завышают лайки. Да, да, есть такая статистика, и можем даже можем узнать, сколько раз обратились. Вот. И вот ресурсов там очень много. Вот буктрейлеры, о которых мы упоминали раньше. Это ресурсы, которые в помощь обучению. Например, вот, допустим, памятники Николаева очень пользуются, задают по программе. Мини-справочники по творчеству наших писателей. Потом вот, праздновали мы вот годовщину Нестайка, Шевченко. Тоже мы создали ресурс, который мы очень активно использовали, который был востребован. Вот. Есть такой вот наш раздел «Лужайка веселых наук», так как мы библиотека детская. Там ресурсы для тех, кто хочет изучать языки. Очень много у нас виртуальных книжных выставок на сайте. То есть если по какой-то причине ребенок не может прийти в библиотеку, он может ознакомиться с электронной обложкой, посмотреть, что эта книга есть у нас, вот, и тогда он уже приходит и берет книгу. Ну, помимо сайтов и блогов, очень много мы используем соцсети, потому что дети сейчас не просто в них, они в них живут. Нам кажется, что они в них живут, они из мобильного телефона, с ноутбука, с айпада, да, вот. И все свои интересы, все они обсуждают там. Поэтому у нас много клубов, много кружков, и мы решили, что все эти клубы, кружки должны иметь свои группы в социальных сетях. Я як журналіст скажу, що інформація, поширювана каналами, наприклад, телебачення, вона поширюється за, здається, 20 хвилин. В Фейсбуці вона розлітається за 3 хвилини. Моментально, за 3 хвилини. Тому ви секунди, знаходитеся, да, на правильному шляху. Да, ну і у нас, благодаря Бібліомосту, вот этого проекту Бібліомоста, у нас в 4 бібліотеках города открылись интернет-центры. И они сейчас, конечно, пользуются колоссальной популярностью, потому что доступ неограниченный, это можно найти все, и в принципе библиотека очень рада тому, что есть читатель, с которым можно работать, с которым, которого можно чему-то научить. Ну и еще хотела бы сказать, что благодаря Библиомосту, вот такие интернет-центры, и есть у нас еще в Корабельном районе библиотека для детей номер 8, в которой тоже открыт центр благодаря Центру социальных программ «Русал», потому что несколько грантов выиграла эта библиотека, и сейчас вот последний грант библиотека на своей базе открыла вот такую библиотечную лабораторию по созданию мультфильмов для детей. И пользуется колоссальной популярностью, и детям это очень нравится. То есть, опять-таки, дети заняты, дети не на улице, они в библиотеке, они познают что-то, им это интересно, им это нравится. Ну и плюс в библиотеке еще очень много клубов и кружков по интересам. То есть, библиотека имеет возможности различные кружки, начиная от рукоделия, заканчивая арт-форматом, где встреча с восходящим
«Восходящими звездами», очень молодыми популярными людьми, которые есть в нашем городе. Я думаю, что для подростков, для молодежи, для тинейджеров это очень интересно. Я теж так думаю. Дякую за таку цікаву читацьку атмосферу в нашій студії, але, на жаль, час нашої програми добігає кінця, і я мушу ставити крапку. Шановні глядачі, ви дивились програму «Міська рада на зв'язку». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні у мене в гостях були працівники Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка, заступник директора Галина Степанівна Гречко та провідний методист Катерина Толокнова. Дякую за участь у нашій програмі. До зустрічі в ефірі. Дорогі наші, приходіть к нам в бібліотеку. Так, все, спасибо, слов так быстро.